Сегодня чувашский филиал компании «Росгосстрах» провел форум лучших страховщиков. А Чувашпотребсоюз отметил свой юбилей. В мероприятиях участвовал и временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев. Клуб лучших страховых агентов. Именно так называется форум, который впервые проводит в Чувашии филиал компании «Росгосстрах». Лучшие в страховом деле получили благодарственные письма. Подтверждать свой высокий профессионализм членам клуба нужно ежегодно. По результатам вашего эффективного труда вы стали лучшими агентами страховой компании, которые занимаются страхованием, оказанием разных услуг на территории Чувашской Республики. Поэтому я признателен всем вам. Результат вашей деятельности о многом говорит, потому что 1/3 части от общего количества страхования, оказания услуг на сегодняшний день наши жители доверяют вам. Это страхование жизни любого человека, любой семьи, страхование имущества, об этом мы много говорили, хотя конкурентная среда создана для всех страховщиков. Вот это дорогого стоит, поэтому марку надо держать. Одно дело подняться, да, а другое дело удержать эту планку. Сегодня же Михаил Игнатьев поздравил с юбилеем и сотрудников Чувашпотребсоюза. Потребительские общества работают в основном на селе. Здесь трудятся 8 тысяч человек. Специально к юбилею была организована выставка. Я признателен вам за то, что на самом деле вы любите свою работу, своих пайщиков и своих покупателей. Я благодарен за этот эффективный труд, благодарен ветеранам, которые на самом деле воспитали достойное молодое поколение, преемственность. И эта система на сегодняшний день, процессы глобализации не только сохраняется, она развивается. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев поздравил сотрудников Чувашпотребсоюза и вручил им почетные грамоты и ведомственные награды.